Кто не в курсе, этой зимой я принял участие во всемирном конкурсе, который состоит из трех раундов, где главным призом является гитара за $7000. В первом раунде происходил отбор сотни гитаристов, во втором раунде жюри выбирали из этой же сотни уже теперь 30 гитаристов, которым должны выслать бюджетные гитары. А в третьем раунде нужно было сыграть два кавера на их гитаре, и там организаторы выбирали из 30 гитаристов уже только трех участников, которые получат главные призы. Свой кавер я записал в феврале этого года и прошел первый тур, войдя в сотню гитаристов. Во втором раунде я прошел в тридцатку, а третий раунд прошел для меня транзитом, ну то есть мимо, поскольку я и еще один участник из этой тридцатки не могли получить гитару и в течение 4 месяцев, они просто застряли на таможне. Организаторы из-за нас переносили финальную дату несколько раз, и в итоге все замучились ждать, и итог конкурса был проведен среди 28 участников. Собственно, после финала мне все-таки пришла гитара, но естественно уже поздно что-то играть, однако я решил все-таки записать это видео, так как гитару мне выслали, она довольно недешевая, и за это мне хочется проявить чувство благодарности. Моя модель — это GC4. Стоп, C4? Это полностью массивная гитара, где верхняя дека ель, а обечайка и задняя дека красное дерево, и довольно отборная, судя по текстуре. Корпус джамба, это чуть больше Grand Auditorium, в целом гитара стоит своих денег, короче, beautiful guitar. А сейчас будет ролик одним дублем, где без всякого монтажа и склеек я должен буду сыграть два кавера подряд. Одно из требований — записывать со своим лицом, что я крайне не люблю, а в этом дубле я еще и с недовольной мимикой, поскольку уже стер в хлам мизинец, поэтому во время слайда мизинцем не обращайте внимания на мое страдальческое лицо. В общем, это тот самый ролик для всемирного конкурса, который уже прошел. Однако же я просто хочу отдать дань уважения, если так можно выражаться, организаторам, тем более мне уже заслали вот эту вот гитару. В общем, я мозг умудрился потратить несколько дублей с вот этими приветствиями, приколюхами и просто стереть уже пальцы. Это уже не первый дубль. У меня уже болит мизинец по мелодиям, которых я буду играть. А вы поймете, почему у меня мертвый мизинец. Он у меня уже стертый в хлам. Я не знаю, у меня еще такого не было. Однако же я сейчас записываю. Это дубль последний. Если я сейчас запарю, значит все, вы его даже не увидите. Соответственно, первая мелодия — Bluebird. Этот документ тоже уже никакой роли не играет. Однако же я просто хочу с уважением отнестись к субординации. Сделать все так, как и должно быть. В общем, поехали. Если сейчас дубль сменится, то значит я его запорол. А если я прям сразу начну играть, значит я сыграл более-менее нормально. Итак, поехали. Первая тема — Bluebird. Все пишет. Да.
напополам, напополам я с этим справился. Итак, song number two. Это будет Unravel, а в простонародье это токийский гуль. Собственно, теперь по правилам игры этот дубль не должен останавливаться, и первый и второй кавер должен быть в одном дубле. Все. И даже если перенастройка нужна, ее делают во время этого дубля. У меня строй тот же самый, но он поплыл. Вроде все. И причина, по которой я запорол много дублей, это то, что я хочу свокалить часть гуля. Это кринжово звучит, но однако же я сейчас постараюсь это сделать аккуратно. И возможно вам понравится, я когда-нибудь сыграю гуля полностью с вокалом. Фингерстайл и вокал, это очень сложно. Итак, поехали. Вторая тема, токийский гуль. We'll be right back.
Знаете, не хватает еще таких штук, типа... Палец сдох, мизинца нет.